Число погибших в результате одного из сильнейших наводнений в истории Польши достигло 15 человек. Вода продолжает распространяться на север страны. Повреждена дамба на реке Висла в 80 километрах от Варшавы. Аварийные службы при помощи взрывчатки пытаются завалить поврежденный участок. Продолжается эвакуация из поселений вдоль устья реки. Местные власти говорят, что искусственные барьеры после нескольких дней наводнения находятся в очень плохом состоянии. В южных частях Польши уровень воды постепенно понижается. Теперь главную угрозу здесь представляют оползни. В то время как вода убывает, спасатели продолжают обнаруживать тела погибших. Министерство внутренних дел Польши выделило чуть менее 2000 долларов всем семьям, наиболее пострадавшим от наводнения. В столице Польши уровень воды достиг пика в выходные. Многие школы и детские сады Варшавы все еще закрыты. Кроме этого, перекрыта основная трасса вдоль Вислы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предполагаемый ущерб от наводнения превышает 2 миллиарда евро. Варшава обратилась к Евросоюзу за материальной помощью.